Иногда бывает, да. Что? А мы... что это у вас за сертификаты такие на 600? Пожертвуйте. Ищем. На бороду почесать. Пожертвуйте. Кто у нас меценаты? Где меценаты? Не вижу меценатов. А сколько тебе нужно денежек, дедушка? А что тут? Кусочек, а? Борода и сифон. Один буквально. В трусах вышел, да, Валя? Ну, когда вы приехали? Серьезно? Да. Да. Валера, что ты купишь на эти деньги, скажи мне? Поменяйте, да. У меня буквально один нужен, $1. $1 тебе нужен? 7 нулей. А на что тебе, Валера? Подводную лодку купить. Женя, а тебе для чего такие деньги большие? А мне для семьи. Для какой семьи? Валера, ты куда сертификат забрал-то? Ты что? Ты что? Валера, это я тебе дал просто его подержать. Это ж мой сертификат. Не, а я забрал. Он его на стену привесил. Валера, какая команда? Какую ты носишь команду на голове? Да, надо прочитать. СК. СК? СК. А у меня? Победа! Хоккейный клуб. Валерик, ну давай еще два слова для телевидения еще. Что бы ты хотел, чтобы на земле было? Любовь. Ну тебе же все равно как-то не получается с женщинами. И деньги. Любовь и деньги. Главное, счастье и деньги. А так жизни не будет. Счастье. Так что самое главное — любовь и деньги. Остальное все приложится. А может, оно уже и не приложится, там, Николаевич, ничего. Приложится, все приложится. Все отремонтируем. Да? И отложится. Лучше пойди, отложи, Николаевич. Личинку. Сходи, сходи. Только смотри, сертификатом жопу не вытирай, слышишь? Я его сейчас прячу. Что, золотой сертификат? Золотой, золотой, все правильно. Ой, 2 ноября 2010 года. Вот такие мы здесь веселые все. Миша, вот это дерево, это мое дерево. А что ты на нем будешь делать, Женя? А вон дрочи. Бананы растут. Валя, что он будет делать? Дрочи. Бананы или батоны? Валера, Валера, Валя сказала, что Женя будет на дереве дрочить. Что, он молодость вспомнил, что? В смысле, по деревьям лазит, что ли? Смотри, какие шишки. Давай я тебе по 50 копеек за каждую, Николаевич. Значит, здесь... Ну потом мне сертификат, а потом мне отдашь. Не, это очень много. Руб ведро будем покупать. Вот они деревья. Женя, ну ты же не будешь это делать, что Валя сказала, на дереве? Нет. Жека, залез на дерево. Да, оно не выйдет, оно упадет. Да брось, нормально все. Да. Оно. Чего? Не мог другого делать. Да? Конечно, только пить и стаканы и все. А еще что не делают? Ну, стакан пьют. А потом еще что? А потом спят. А с кем Валера спит, Валь? Сам. Николай! Стой, я не сам сплю. Николай! Он не спит сам, он иногда в
отпускает. Валера, а что ты застеснялся сразу? Ну не сама. Газину он отпускает. Хулиганы. Зрение лишают. Так, ну хорошо. Ладно, себя еще надо снять, любимого. Вот так. Да я тебе. Видишь, нет?